День. Ночь. День. Ночь. Помните, как в рекламе с котом Борисом? Так и в нашей жизни энергия становится источником света, ярких ощущений, положительных эмоций. Но она не может воссоздаваться бесконечно, поэтому так актуален во всем мире вопрос ее сохранения и разумного использования. В нашей стране несколько лет подряд проходит Всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии «Вместе ярче». Чуваши участвуют в нем уже третий раз. В течение года в детских садах, школах, вузах, библиотеках и других площадках специалисты рассказывают, как важно беречь энергию. Энергетики приглашают к себе на предприятие, чтобы наглядно показать, как сложен процесс воспроизводства главного источника тепла. Бульвар энергосбережения, традиционно открывающийся в день города Чебоксары, давно уже стал местом семейного праздника. Здесь о важной для человечества задаче рассказывают креативно. Творческий подход виден во всем. Рисунок жидким пластиком – первая ступень 3D-моделирования. Сначала ребята работают на плоскости, а уже потом создают объемные фигуры. По соседству – основы робототехники. Богдан с сестрой Аней собирают роботизированную ногу. Я уже занимался робототехникой целый год. Там надо делать из конструктора, собирать, мастерить. Ребята помладше катают паровозик по рельсам. И это необычная игра. Так малыши учатся программированию. Вот здесь у нас стоит датчик, который определяет цвет. На дорожке мы выставили цвета. Вот синий у нас есть. Где-то был красный. И определяя цвет, он выполняет действие. Например, на синий он у нас сейчас поедет. Если не прямое, то косвенное отношение к вопросу сбережений. Когда мы говорим об альтернативных источниках энергии, на ум приходят солнце, воздух, вода. Но мало кто знает, что электрическую энергию можно получить даже из вот таких продуктов. Правда, напряжение вырабатывается небольшое, порядка 1 вольт. На этой площадке на примерах показано, как работает альтернативная энергетика. Обыкновенная механическая энергия перерабатывается, то есть поступает на моторчик и машинка едет. А вот эти датчики – часть системы «Умный дом». Она позволяет разумно и экономно использовать энергоресурсы. В случае, если пошла протечка воды, датчик сразу же сообщает об этом на телефон владельцу, происходит мощный сигнал. Также информация сразу передается на модуль перекрытия воды. И в таком случае вода перекрывается. Такая форма просвещения явно понравилась участникам бульвара. Экологические лекции, уроки энергосбережения, конкурсы рисунков и сочинений, экскурсии на объекты. И все это только ради того, чтобы все мы, взрослые и дети, осознали важность сохранения энергии, ее рационального использования на работе и дома. Мы на своих мероприятиях с детьми и со взрослыми говорим о том, какими способами можно сберечь энергию. Для детей это яркие игровые мероприятия, для взрослых это познавательные мероприятия. 2 года подряд мы проводили энергетический диктант, который собирал тысячи жителей не только нашего города, не только нашей республики, но и всей нашей страны. В этом году гостями библиотеки имени Юрия Гагарина в городе Новочебоксарске стали ученики 6 А класса гимназии номер 6. Сотрудники провели интерактивную игру, в которой в доступной форме рассказали ребятам о том, как и за счет чего можно экономить энергию, к чему ведет ее чрезмерное употребление. Все зовут меня просто Лампочка. Помогай мне, моя верная помощница Кнопкина Татьяна. Просто Кнопа. Где бы мы ни находились, она всегда найдет, что включить, но чаще всего, что выключить. Мы помогаем людям сберегать энергию и возвращать ее туда, откуда она пропала. Да. Там, и поэтому знающие люди нас называют энергопатруль. Наш секретный индикатор «Плюс» зафиксировал вспышки утечки электроэнергии. Да, а в домах где-то происходит, гаснут и перестают работать все электрические приборы, гаснут лампочки и компьютеры, и вся бытовая техника перестает служить людям. Что мы сейчас и наблюдаем? Кнопа, необходимо провести расследование, выявить причины, по которым электроэнергия покинула библиотеку, устранить их и вернуть ее обратно. Мы команда, которая знает в энергии толк. Мы команда, которая не подведет. Во время игры выяснили,
или почему вдруг в библиотеке пропало электричество, что надо сделать, чтобы оно вернулось. Интересные задания помогли школьникам понять, как все это применять в жизни. Я раньше все время, когда заряжу телефон, я оставляю розетку, вилку, вставленную в розетку. Теперь я буду постараюсь не забывать и буду вытаскивать вилку из розетки. Еще все время я вот тоже наливаю очень много воды в чайник и кипячу, а потом вода просто остается и никуда не девается. Теперь буду наливать поменьше, так сказать. А еще я понял, что нужно ставить энергосберегающие лампочки. На сегодняшнем мероприятии я усвоила разные уроки по энергосбережению, что нельзя оставлять разные приборы включенными в розетки, надо экономить энергию, ставить энергосберегающие лампы. В перечне самых важных событий фестиваля в отдельном ряду стоит конкурс песни. Республика тоже принимает в нем участие. Каждый регион присылал свое видение официального гимна. Главное, говорят организаторы, чтобы были видны эмоции. Песню исполнила Александра Голубева. Энергия ветра, воды и солнца, энергия недр земных. Дана человеку для жизни комфортной, для цели его благих. Мы научились использовать землю. Что дает она? Теперь о заботе нашей.